Это проект «Смотри Хабар» в студии Дмитрий Павленко. Школы в Березовке объединят, а первоклассники выходят с каникул в выходной день, в понедельник, 22 февраля. Такие заголовки мелькали в интернете, гуляли по родительским чатам, пугали общественность. Вот что из этого правда и правда ли вообще? Вот этот вопрос я задам заместителю мэра Хабаровска по социальным вопросам Елене Логошиной. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по порядку, давайте. Ну, вот с детей начнем, с первоклассников. Как же на каникулы с 22 февраля они выходят? Ну, все отдыхают, а они... Вы знаете, очень сложно бывает вовремя поймать из социальных сетей, информацию, которая распространяется с такой скоростью, что иногда не успеваешь реагировать на нее. Мы с вами знаем, что федеральным министерством было рекомендовано для первоклассников ввести дополнительные каникулы. И такое право было отдано школам, чтобы они этот период определили. И большая часть школ... Ну вот если быть точным, 58 школ Хабаровска из 71 определили, что с 15 числа наши ребята уходят на вот эти вот недельные дополнительные каникулы. Мы сейчас говорим только про первые классы. И действительно случилось такое наложение на календарь производственный и календарь учебный. У нас есть школы, которые учатся в пятидневную неделю, есть которые в шестидневную неделю. Произошла определенная путаница. И, соответственно, вот мы уже выловили эту информацию в социальных сетях, вот как ту рыбу, и давали разъяснения. Конечно, дети выйдут с каникул 24 февраля. 24. Да, конечно, мы об этом проинформировали родителей через официальный аккаунт Управления образования. Мы об этом сообщили на аккаунте мэрии Хабаровска. На сайтах. В родительские чаты это откуда пришла эта информация чаты, уже? Да. Мы это все направили. На самом деле история очень простая. Появилось некое объявление в некой школе, где секретарь школы написала объявление. Она была с точки зрения юридической написана правильно. То есть для тех ребят, у которых пятидневная рабочая неделя, суббота. Учебная. Детский труд запрещен у нас. Ну, обязанность детей ходить в школу, потом будем называть так. Их работой. Действительно, если вот так строго говорить, то как будто бы 22. Но 22 мы с вами знаем, что выходной день, поэтому 24. Мы такое решение приняли уже и в управлении образования. Сообщении... И рекомендовали это нашим директорам проинформировать, но предыдущая информация разошлась уже успела, со скоростью. Успела. Да, с большой скоростью. Вот вы знаете, вот мы когда говорим все время, да, про распространение фейков, слухов, сегодня очень короткое плечо появилось по распространению этой информации. У нас же раньше не было вот таких мессенджеров, у нас не было таких ресурсов, социальных сетей. Все голубями, исключительно. Да, раньше это все было из разговоров. Мы всегда что-то обсуждаем. Ну, это такая человеческая природа, наверное, да, этим заниматься. Но официальные источники работали быстрее тогда. Сейчас вот у нас появились дополнительные источники информации, не всегда они достоверные, которые распространяют вот такую информацию со скоростью света. Кто-то очень эмоционально публикует свое мнение, либо как он понял эту информацию. И почему-то именно это всегда распространяется очень быстро. А потому что это, как правило, плохие новости. Когда пожар, всегда же говорят, кричите, если да. Нужна помощь. Поэтому что здесь хочется сказать? Конечно, пользоваться нужно достоверной информацией. Конечно, всегда смотреть официальные источники. Если вы эту информацию не находите, всегда есть возможность написать в директ, всегда есть возможность позвонить, всегда есть возможность обратиться к руководителю детского сада, школы, управления образования. А как происходит? Ну вот хорошо, вот появилась эта информация, там, не знаю, когда она появилась? Вот это какой день? Ну, мы увидели эту информацию уже на второй день. Когда она уже успела поселиться в головах? Когда она уже где-то начала, и что произошло в этот момент? То есть вы просто даете официальное опровержение на сайте? Мы сразу эту информацию комментируем и говорим о том, что вот будет так, так и так. То есть на самом деле нам, правда, сложно иногда даже предположить, что так может развернуться под таким углом зрения тот или иной вопрос. Поэтому мы стараемся всегда информацию предварительно комментировать, говорить. Но, к сожалению, больше людям нравятся неофициальные источники. Если смотреть, но здесь вот такая история, что просто здесь
прям просто интерпретировали неверно. То есть юридически написано правильно, человек понял вот так, какая-то путаница. Вместо того, чтобы позвонить и уточнить эту ситуацию, хотя здесь, кстати, и к должностному лицу, ну тоже, ну, надо как будто бы предугадывать, ну, и написать четкую дату. 22-го отдыхаем, 24-го выходим учить. Так проще было. Ну, это ладно, отдельный вопрос. Но здесь как бы вот просто неправильная интерпретация. А намеренные вбросы за вашу долгую, годичную уже карьеру, кстати, 17 февраля вы прошлого года вступили в должность заместителя мэра. Да, вот за это время пролетел. Почувствовали эти фейки, которые намеренно появлялись? Вы знаете, я, наверное, не смогу вот дать оценку, намеренно это было, не намеренно. Для этого, наверное, должны быть специально обученные люди, специально уполномоченные органы, которые могут оценить, намеренно это было либо случайно. Но для меня самое... обсуждаемая новость, которая была вот за этот период, это то, что мы все уйдем навсегда в дистанционное обучение. Что будет, а разве нет? Что будет только, и мы, не только мы, начиная с федерального уровня, на всех возможных информационных площадках разъясняли, что традиционное обучение в виде личного общения учителя и ученика невозможно заменить. И таких планов нет. И такой задачи нет. А то, что сегодня мы живем в цифровом информационном обществе, конечно, мы в обучении должны использовать эти все современные технологии. Это то, о чем мы все время говорим и будем разъяснять, демонстрировать и убеждать, в том числе наших родителей, чтобы они понимали, как сегодня учатся наши дети. Вот то время, когда училась я, компьютеров, интерактивных досок, каких-то цифровых электронных ресурсов не было. Мы пользовались все бумажными учебниками. Сегодняшние дети в другой реальности живут, в другом мире, совершенно цифровом, совершенно очень много виртуальных есть ресурсов, которыми они пользуются. Это сегодняшняя жизнь. Мы же не можем сегодня представить нашу жизнь без интернета. Мне вот сейчас интересно, без телефонов, это без какой-то информации. Мы ее не можем представить? Не можем. Соответственно, в обучении мы не можем с детьми разговаривать на языке прошлого века. Мы должны с детьми разговаривать на современном языке и готовить их к современному обществу, но в которое при этом, они придут. Но при этом не отказываясь от каких-то классических, традиционных форм. Классических форм обучения, вот, конечно. Вы говорите... Сейчас школа действительно много в интернете, электронные учебники есть и так далее. Я вот вспоминаю, просто у меня какая-то картина недавно видел. Девочка, ну видно, вот начальная школа. Что же она тогда в этом бауле тащит, если это в планшет умещается? Ну, может быть, это форма, может быть, это интересно. Обувь. Ну, да. Надо у девочки будет поинтересоваться. Мой ребенок ходит вот с такой маленькой сумкой в школу, потому что, ну, по большому счету, этого хватает. Про... слухи вот эти. Здесь же еще такая среда, мне кажется, вот именно родители. Потому что это же не про них самих, это про их детей. А здесь-то каждый родитель, он же, как вы так посмели, ребенок мой, не смейте на него нападать. Часто это приходится правда. Вот такие эмоциональные атаки отбивать. Ну, мне кажется, всегда были такие эмоциональные отношения у родителей по отношению к своим детям. Сегодня сложно сказать, что вот так было, тогда было лучше, сегодня было хуже. Общество меняется, меняется отношение к каким-то определенным вещам. Вот мы все время говорим, нужно менять отношение к школе, нужно менять отношение к учительству. Вот раньше шапку бросали, когда завидели учителя, кланялись, это было уважение. А сейчас дети себе позволяют, и это правда, но здесь усилия должны быть со всех сторон. И взрослых, и детей. А взрослые – это и педагоги, и родители. Поэтому вот в сегодняшней ситуации, говорить, что их много или мало, ну, достаточно, мне сложно оценить. Мне кажется, так же, как и всегда, но это соответствует сегодняшнему времени. Ну, вот понятно, что все мы в рамках ровно той реальности живем, в которой мы живем. Но, допустим, случаи, которые действительно не единичные, там, часть не у нас в городе, часть у нас, вот эти конфликты между детьми, прям откровенно еще юными, прям понятно, что
ребенки взрослыми там не сильно бывает. Ну там пятиклассник, шестиклассник откровенно на матах с сотрудником школы в ответ получает оплеуху. Такие ролики мы видели. Ну вот такие случаи действительно, ну это единичная история, но это все-таки вскрывает какую-то проблему более глобальную. Как с дисциплиной, как с воспитанием в школе? Это вопросы воспитания. Давайте мы с вами не будем забывать, что на протяжении долгих лет, более 20, мы с вами везде слышали, что образование – это услуга. Да? И мы вырастили поколение людей, которые относятся к образованию как к услуге. А сегодня, когда мы видим недостаточность воспитания, недостаточность уважения, мы видим пробелы вот именно в этих сферах, мы вдруг вспоминаем, что это не услуга, что образование, образовательная деятельность – это воспитание и обучение. То есть воспитание по-прежнему стоит на первом месте. И сегодня, вот вы знаете, в ряде регионов возвращаются в школы замы директоров по воспитательной работе. Да. Сегодня мы все чаще говорим о том, что нужно детей вовлекать в другую деятельность, связанную именно с воспитательным моментом. И это очень радостно, что мы возвращаемся к этому. Но здесь очень важно, что за воспитание отвечает не только школа, но и родитель в первую очередь. Ребенок все транслирует в своей жизни то, что происходит в его семье. У него авторитеты его родители, с которыми он общается каждый день. Если ребенок видит, что родитель там ругается, там употребляет спиртные напитки, и тут вдруг ему говорят, что так делать не надо, у него действительно происходит диссонанс, он не понимает, а так вот моя любимая мама или там мой любимый папа так себя ведет, а здесь мне говорят, что не так, а как тогда? То есть мы только своим личным примером можем воспитывать детей, ну, собственно говоря, во всех сферах жизни. Поэтому, когда мы говорим про такие вот истории, они, правда, единичные, когда ребенок откровенно хамит, давайте посмотрим, что на самом деле происходит в семье, как он живет. А кто-то смотрит на что это, его... когда разбирают такие ситуации? Конечно, конечно. Идут, у нас же есть и психологи, и службы медиации. Мы сегодня, наш замечательный институт комиссии по делам несовершеннолетних, но они уже включаются, когда есть какие-то правонарушения. Выявляют в итоге, что да, оказывается, вот в семье там выявляют, где-то начинаем работать с семьей, это. Начинаем работать с родителями, начинаем работать усиленно со школой, с другими институтами, там это могут быть спортивные организации, молодежные организации. Это действительно работа происходит, просто, наверное, вот возвращаясь к информированности, про это надо говорить больше, про это надо рассказывать чаще. Люди должны видеть, а что происходит. Ведь все, что происходит с детьми, это не вина детей, это вина исключительно родителей, исключительно взрослых людей, которых окружают. Если вина родителей, доказана, ответственность есть за это? Административная, уголовная. Ну, у нас обматерил все... ребенок в школе уборщицу, родителям штраф. Это будет решать административная комиссия. Ну так нет, то есть комиссия. Такая схема возможна, ну, конечно, вполне комиссия, себе. Да, такие схемы, конечно, возможны, но не всегда, наверное, стоит сразу делать какую-то административную там, или уголовную ответственность. Там, ну, за обматерил, наверное, нет уголовной ответственности, есть административная. Ну, я не знаю, сейчас часто это меняется, надо но проверять. Я сейчас не про это, я сейчас хочу сказать про то, что... Ну, давайте мы посмотрим с ребенком сначала, поговорим, давайте мы проведем ряд профилактических, вот это вот такое сухое чиновничье слово, профилактических мероприятий. Не люблю это словосочетание, но тем не менее оно отражает суть полезно того, что мы должны делать. Да. Сейчас, Елена Валерьевна, я предлагаю прерваться нам на короткую паузу, а после хочу к вам обратиться и объясните мне, зачем же вы объединяете школы в Березовке? Ну что же за новости такие? Об этом после рекламы на телеканале «Хабаровск». Это проект «Смотри Хабаровск». Спасибо, что остаетесь с нами сегодня вместе с заместителем мэра Хабаровска по социальным вопросам Еленой Логошиной. Обсуждаем мы всевозможные, в том числе, слухи или не слухи. Вот сейчас интересно. Итак, новость последних, наверное, двух недель, свежесть. Объединение школ в Березовке. Первую школу, вторую объединить решили вы. Елена Валерьевна, зачем? Да, действительно, были такие слухи. Ну, что я могу сказать? Эта информация достаточно преждевременно перешла на другой уровень, скажем так. И уже обсуждалась как свершившийся факт.
как уже окончательное решение, и практически уже там начали увольнять, передвигать, определять, кто куда пойдет. Но все это было вот только в умах и, на языках, да. Собственно говоря, необоснованно. Что на самом деле происходит? На самом деле происходит то, что сегодня отрасль образования анализирует и смотрит свои внутренние ресурсы. Для чего? Для того, чтобы понять, насколько они эффективно используются. Вот у нас сегодня в Федерации установлен мониторинг, значит, деятельности школ, который состоит из 46 показателей. 46 показателей, представляете себе, да? Больше критериев только да. Вот Путин губернаторов оценивает. Каждую школу просвечивают по разным направлениям деятельности. Но если укрупненно взять, это содержательная деятельность, это ресурсы, трудовые, финансовые, экономические показатели. Так, и что? Первая школа не дотянула, поэтому ко второй. Подождите. И, соответственно, вот такой вот анализ сегодня проводится управлением образования города по всем образовательным организациям. Так вы все школы объединить хотите? И сегодня мы смотрим, в каких школах какие происходят процессы. Вот только после такого анализа мы готовы выносить предложения по возможному, либо ненужному такому вопросу объединения тех или иных школ. Это не касается только поселка Березовый. Вот интересная была коллегия Министерства образования на этой неделе, Министерства образования и науки Хабаровского края. И у нас была возможность в прямом включении пообщаться с директором школы, там также были учителя, 627-я московская школа. Они с 2016 года работают как образовательный комплекс. В них объединены 5 школ и 10 детских садов. То есть это такой огромный образовательный комплекс. Но суть была не в том, что это объединили несколько организаций в одну. Там была презентация Московской электронной школы, учителя и с опытом, и молодые учителя рассказывали, как они с этим ресурсом работают и что им это дает. Но мы сейчас говорим про что? У нас сегодня в городе Хабаровске есть такой опыт, когда мы создаем такие образовательные комплексы. Например? Например, академический лицей на поселке Горького, политехнический лицей. То есть мы берем ряд рядом находящихся зданий и объединяем в один образовательный комплекс, центр, там как угодно можно это называть. Во-первых, у нас есть возможность сделать школу повышенного уровня. И что это значит? Ну, это значит, что это может быть лицей, там будет более углубленное изучение тех или иных предметов по тем или иным направлениям. Да? Как повышается уровень? За счет оптимизации использования ресурсов, в первую очередь кадровых, да? Педагоги. Во вторую очередь мы понимаем, что мы можем те или иные материально-технические ресурсы, которые есть в одной школе, но нет другой, объединить и использовать. Ну, то есть это такой очень сложный и дотошный процесс. А кадровая оптимизация же, увольнять учителей? Нет. Кадровая оптимизация – это когда один учитель может преподавать в других нескольких классах. А он может? Может. Хорошо. Если правильно выставить расписание. То есть есть примеры, где это работает? Ну, вот конечно. У нас в Хабаровске так работает. У нас в Хабаровске такая история в том числе есть. И такая история есть по всей Российской Федерации. Но мы сейчас не говорим о том, что истина находится именно в Москве. Нет. Мы не говорим, у нас вообще уникальный край. Давайте мы не говорим, что если находится в другом территории. Мы говорим о том, что мы в первую очередь во главу угла должны ставить интересы наших детей и качество образования, которое они получают. Ребенок, который учится условно в школе там, номер один в Березовке, должен получать такой же уровень образования, как ребенок, который учится в школе номер один в... Допустим, там, в математическом лицее в Хабаровске, который находится здесь в центре города. Ну вот, мы вот о чем говорим. Что те имеющиеся материальные, кадровые, экономические ресурсы должны работать на одно – на качество образования. Но, приступая к этому вопросу, мы должны сначала все тщательно изучить и понять, а будет ли лучше. А если будет точно так же или минусов будет... А как вы это поймете? Когда мы проанализируем все эти показатели, сложим и посмотрим, что мы в сухом остатке получим, вот только после этого мы должны это обсуждать. Уже с педагогами, с профессиональным сообществом, с наукой, с родителями мы должны понимать, что из этого будет. То есть, что получилось с Березовкой?
только начали внутри себя анализировать, кто-то опять из педагогов дополнительно, значит, прокомментировал, просто преждевременно о чем-то сообщил. Специалист, значит, тоже начал рассказывать о своих планах. И это уже начало обсуждаться как свершившийся факт. Ну, конечно же, нет. Перед тем, как что-либо принять решение, мы должны вообще понять. Когда проанализируете? Ну, у нас на это время сейчас есть где-то порядка месяца-два. Мы сейчас получим развернутую вот эту вот независимую оценку от краевого министерства. Мы это все внимательно посмотрим и после этого будем понимать, стоит ли это вообще выносить на обсуждение. Может быть, и не стоит. А если стоит, то тогда мы должны проговорить с родительским сообществом в первую голову. Потому что родитель должен понимать, что от этого улучшится. Если у меня ничего не поменяется, то тогда зачем? А если мы получим вот такие-то плюсы, то тогда стоит тогда обсуждать. А какие вот очевидные плюсы вот из опыта тех Углубленное изучение. Вот, допустим, вот самый простой пример – это использование каких-то классов специализированных, там химии, физики. Так. Использование В одной школе это есть, в другой нет? Ну, в одной школе лучше материальная база, так. А в другой она не так хороша. Так. Такое же бывает. Да. Это очевидный факт, это правда. Не все школы одинаково укомплектованы. В какой-то школе есть учитель, у которого высшая категория, и у которого там дети олимпиадники, так, участвуют во всероссийских конкурсных работах, и потом у них идет поступление там в какие-то высшие учебные заведения топовые, либо они легко поступают на бюджетные места в крае. А у кого-то учитель там, допустим, только молодой, он еще неопытный, и ему нужно. Тогда мы можем эти ресурсы объединять, и у детей появится возможность доступа к материальным техническим средствам, которые есть, да, в образовательной организации, когда те же самые там спортивные залы, стадионы. Мы же с вами понимаем, что не во всех образовательных организациях это все одинаково. Куда-то в свое время вложили больше средств, привели в соответствие. Но есть у нас очень много сегодня, в первую очередь, школьных стадионов, которые требуют приводить нормативное состояние. И для этого требуются просто средства, которые, ну, в таком большом количестве единовременно не получится найти, да, в городском бюджете. Поэтому мы делаем это системно, планово и приводим это все в соответствие. Поэтому вот такие вот могут быть плюсы. Ну, про углубленное изучение предметов я вам говорила, да, про использование помещений. То есть в какой-то школе чуть меньшее количество детей приписано, и они учатся в одну смену, а в какой-то школе, а если тем более школа находится в две смены, тогда мы можем составить расписание так, чтобы все эти помещения использовались оптимально и была возможность еще организовать внеурочное. А что родителей пугает в этой ситуации? Ну, вы знаете, вообще отрасль образования – это очень консервативная отрасль. Несмотря на то, что на протяжении многих лет там бесконечно проходят какие-то эксперименты, любая новелла всегда пугает. В первую очередь пугает неопределенность и неясность. Вот когда мне непонятно, что будет, меня, конечно, это начинает очень сильно волновать. Когда я не понимаю, что из этого мы... И первое, что приходит в голову – сократить, забрать, уволить. И, собственно говоря, вот такие появляются мы. Поэтому здесь нужно очень внимательно подходить к этим вопросам и разъяснять. Так, широко, может, они... и... Если, не знаю, если не родители, может быть, педагогический состав, может быть, на самом деле те объединения, которые у нас в Хабаровске были, не так уж гладко и проходили, может быть, сократили половину штата там. Ну, конечно, никакие сокращения половины штата мы не можем. Нам сегодня крайне необходимы педагоги. Учитель, да. Да, мы сегодня знаем, что педагоги работают более чем на одну ставку, да, там это 1,8, 1,7, где-то даже 1,9 ставки работают учителя. Это достаточно высокая нагрузка, и, конечно, говорить о сокращении вообще мы не можем. Мы сегодня говорим, что нам нужны дополнительные школы. Мы сегодня говорим о том, что у нас детей стало больше, и для того, чтобы выполнить поручение президента о переходе в одну смену, нам нужно строить школу, потому что мы их больше нигде не возьмем. Поэтому о сокращении быть не может. Мы говорим об максимально оптимальном использовании того, что имеем, но речь не идет о сокращении.
внутри себя мы ищем дополнительные ресурсы. Все будьте спокойны. Во-первых, подводя итог вот этой конкретной теме. Березовские школы, решения об объединении нет. Его не может быть без, в первую очередь, анализа, во вторую очередь, обсуждения. Все. Только когда мы это обсудим со всеми участниками образовательного процесса, педагогами, родителями, детьми, только после этого будем принимать решения. Так что, товарищ родитель, не поднимайте панику раньше времени. Сейчас к другому вопросу. Напоследок еще один хотим обсудить. Детский сад на Запарина в центре. Барак снесли, говорят, будем строить здесь детский сад. Да, что за детский сад? Как туда попасть? Можно ли мне уже вставать в очередь занимать? Давайте сначала мы объект создадим. Вот, потом все начнем последовательно уже. Хотите. Да, так. Будем делать все вот как положено, постепенно. Действительно, в этом году мы приступаем к проектированию детского садика на 190 мест вот в этом районе. Вот там раньше бани были, вот, то есть, получается, за этой баней. В этом году у нас заложены средства на начало проектирования, да, земельный участок уже у нас сформирован. Мы на протяжении 2 лет, возможно, 3, должны закончить подготовку проектной документации и пройти государственную экспертизу. Но, так. Есть еще один нюанс. Сегодня меняется механизм получения средств муниципалитетом. Вы знаете, что в городе Хабаровске социальные объекты полностью за счет средств городского бюджета не возводятся. У нас такого количества денег просто нет. У нас есть нацпроекты. Да, и мы всегда участвуем в национальных проектах, во всех программах, которые реализуются на территории края, и край участвует во всех программах, которые реализуются на территории России. Соответственно, у нас 3 источника – это федеральный бюджет, краевой бюджет и местный бюджет. Вот порядка 10-25% в зависимости от того, какой объект, в городском бюджете деньги предусматриваются на его строительство. Ну и, соответственно, проектирование, формирование земельных участков, экспертиза – это тоже расходы местного бюджета. Сегодня федерация меняет схему предоставления таких денег. Если раньше это была адресная субсидия, то сейчас федерация, добавил край, так, добавили мы, вот мы получили необходимую сумму денег, и мы начинаем строительство, ну, понятно, разыгрываем аукцион. Сейчас это будет грант. Ну, это еще пока проект. Мы еще не видели окончательный документ, но по замыслу нормотворцев, да, правительства России деньги будет сложнее. Вы знаете, нет, я так полагаю, что мы должны перейти в концессионное, либо частно-государственное, либо частно-муниципальное сотрудничество. Да, то есть тот концессионер, который будет осуществлять строительство, получает грант, сам проводит проектировку, сам проводит экспертизу, сам проводит строительство один. У нас же все время какая сложность? Проектирует один, экспертирует, делает другой. Строительство третье, еще плюс много субподрядчиков, и в итоге, как у того Райкина, кто шил пиджак, понимаете? Ну, такие ситуации на самом деле есть, это не секрет, мы с вами знаем. Но это так, отвлеченно, да? Вернемся к тому. И я так понимаю, что замысел именно правительства Российской Федерации, чтобы у нас был один, так условно говоря, подрядчик, концессионер, который будет от и до строить такой объект. Он получает часть денег в виде гранта. Это федеральный субъект добавит, муниципалитет добавит. Это будет все урегулировано. За свои деньги этот объект строит, создает, строит. И только потом? И только после того, как мы у него его окончательно выкупим, он становится муниципальной либо государственной собственностью. А пока он будет находиться участником. Напоминает эскроу-счета в банках тоже. Пока не сделаешь, денег не получишь. Совершенно, совершенно справедливо. Конечно, это должны быть те концессионеры, у которых есть для этого достаточно средств, либо есть достаточный опыт. Ну вот сейчас мы начнем этой практикой пользоваться и посмотрим, каким образом это все будет происходить на территории города Хабаровска. Пока я повторю, это проект,
И этот проект еще вот, ну, пока не принято нормативно. Основной замысел для того, чтобы просто централизовать саму стройку и чтобы не было таких временных, не временных, даже технологических разрывов между проектированием, строительством, там, передачей, сдачей и всеми вот этими нюансами. Ну, мы так понимаем. Да, эту историю. Я думаю, что как только документ появится и правила будут уже прописаны, нам уже станет понятно, как это все работает, будет работать. Потому что когда звучит слово «подряд», часто звучит следом слово «субподряд». И вот тогда опять раздрай. Ну, просто еще одно звено. Ну, субподряд все равно будет всегда существовать, потому что я не думаю, что есть такие огромные... Какой единый технологический процесс? Я вот тоже не думаю, что есть такие огромные холдинги. Не думаю, что есть такие огромные холдинги, которые... И, значит, инжиниринговые отделы, и это, и строители, и бригады. Ну, когда один заказчик, тогда уже, вот, собственно говоря... Так он всегда же и был. Ну, Елена, давайте посмотрим. Мы уйдем, мы уйдем от многих сложных вещей, которым все время сталкивался государственный либо муниципальный заказчик. Но вот опять же, все-таки опять мы преждевременно начинаем уже переживать сейчас о том... разлетится, как слух потом. Да. Ничего надо. Еще нет, не надо. Давайте мы посмотрим, дождемся Хорошо. Документа и, возвращаясь к стройкам. Да. Вернемся. Мы сейчас построим детский сад на Запарина. Все, больше не будем строить, не надо. Закрыли проблему. Нет, мы, конечно, проблему не закрыли. Мы с вами знаем, что в центре города такая потребность достаточно высокая. Такая потребность высокая в микрорайонах, в новых. Вот возьмем Волочаевский городок. У нас там сегодня появляется новая школа, у нас там есть детский сад. Нам сегодня нужен там еще один детский сад. И мы тоже начинаем, приступаем к разработке проектной документации. И планируем тоже строительство там школы. Так. Еще, там Волочаевский, возле лицея будем? Еще там нам нужна одна школа и еще один детский сад. Когда их станет две, мы знаем, какой процесс их ждет. Давайте возьмем Демьяна Бедного. Там тоже достаточно перспективный большой жилой микрорайон. В границах Демьяна Бедного и вторая улица Свердлова. Мы тоже там планируем строить школу. Ну вот сейчас мы занимаемся вопросом формирования земельного участка. Посмотрим, если получится сформировать земельный участок большой, будет школа. Не получится, будет детский сад. Хотя школа в этом микрорайоне архи необходима. Будет ли изменен... Просто у нас сейчас Ореховая сопка, понятно, там лицей Звездный. То есть недалеко от Березовки. Там наверняка тоже понадобится какая-то школа или детский сад, или то и другое еще. Плюс говорим мы много сейчас о том, что привлекаем застройщиков, чтобы снизить цену на квадрат, нужно строить больше жилья. Подходим ли мы, вы, как администрация города, к... работать с департаментом, не знаю, архитектуры, с Минстроем, что когда планируется стройка, обязательно закладывать участок земли, друзья, ну, конечно, не трогаем. Конечно, есть СНИПы градостроительные, да. Там расчетное количество. Ну, у нас микрорайон строитель построили, СНИПы тоже существовали. Ну, школу давайте, сейчас достраиваем. Ну, да. Там три детских сада в этом микрорайоне есть. Такое. Там сейчас планируется к строительству детская поликлиника. Так. Сейчас мы закончили проектирование и вот-вот ожидаем получения государственной экспертизы на школу, да, на 1100 мест. Это все здорово. Да. Я имею в виду, что соответственно, в момент строительства не было этого. Нормативы вот такого градостроительного проектирования, они существуют. Они есть региональные, они есть муниципальные. Если региональные что-то меняют, то муниципальные корректируются под региональные. Сегодня, конечно, пример, вот строитель, да, вот вы говорите, нет, ну как нет? Три детских садика есть? Я не про это говорил. Школа планируется, детский сад планируется. Волочаевский городок, новый микрорайон. Школа есть, детский сад есть. Так вот, сейчас к этому, я и говорю, к этому как будто сейчас подошли. Губаровский, ну, я не очень люблю давать оценку прошлых лет. Вот, хорошо. Я сейчас говорю о том, как мы сегодня комплексно смотрим. На Гупре у нас же тоже планируется большой жилой комплекс, поэтому, соответственно, там и планируется к строительству детский сад и школа в шаговой доступности. Мы только что этим заявлением подняли цену на квадрат в этих новых домах на несколько тысяч рублей. Надеюсь, нет. Хорошо. Но это норма, когда школа находится в шаговой доступности. Вот, и хочется, да, и мы с вами знаем, что в центре города как раз в свое время... Там, в 60-е годы прошлого века, да, 50-е, так проектировалось, что школ
не такое большое количество по центру города, да. И даже я, когда училась в школе, мы учились в 2 смены. А были школы, которые учились и в 3 смены. И такая история была. Поэтому сегодня наша задача такое количество двухсменного обучения максимально снизить, ликвидировать. Так. К 2025 году. Такую задачу нам поставил как мантру. Президент Российской Федерации. Сколько надо школ? Вот коротко. Вы знаете, мы даем оценку по тому количеству тех, которые сегодня есть, 18. Еще новых школ. Еще новых школ от 800 мест до 1100. Mm-hmm. Но мы можем где-то обойтись пристройками. Вот мы сегодня заложили на 3-годичный бюджет проектирование пристройки 24-й школы, да, на Флегонтово. Родная моя. Ваша родная школа. Передаю привет всем. Да, и соответствующий земельный участок там сейчас подбирается для того, чтобы расширить. То есть мы помимо новых представить, где вы там это построите, но... А, гаражи снесем. Вот. Так. Шкотова. Улица Шкотова. Там тоже планируется школа на 800 мест. У нас вообще есть такой перспективный... Я про него уже говорила много раз. Вот не первый... Раз прихожу я к вам в течение этого года. Так. До 35 года у нас есть некий такой перспективный график формирования, создания, строительства, как хотите называйте, социальных объектов, школ, детских садов, которые мы планируем в городе построить. Для есть того, чтобы документ нашим в открытом жителям... доступе? Я полагаю, что да, он должен находиться. Посмотрите, да, мы с удовольствием... готовы его обсуждать. Да, давайте. Вот, поэтому давайте. Наша сегодня задача, помимо того, что мы определяем те точки, где это необходимо, еще найти соответствующее финансирование. Поэтому мы участвуем во всех проектах. Все новые формы, которые будут появляться, мы будем использовать. Будь то нацпроект, будь то грант, будь то лотерейные билеты. Если надо будет, то это будем тоже использовать. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Напоследок, просто к нашим зрителям обращаюсь. Вот, кстати, да, вот плохие новости, они вот быстро разлетаются. Ну, правда, неправда. Природа. А вот хорошие, вот кто бы вот говорил, вот где вот эти вот новости, кроме как не на нашем телеканале, что а в микрорайоне школу будут строить, где вот это все? А вот даже запусти такой, или две, например, да, хороший фейк вот такой запустить, не разлетится. Давайте попробуем. Да попробуем. Давайте попробуем. Если что, давайте если будем что, всегда формировать позитивные исключительно новости. И жить в хорошем городе. И рассказывать городе, о том, что настроении. На самом деле делается, да. Мы всегда открыты, мы всегда готовы рассказывать. Если у нас что-то не получается, жители моментально нас поправляют, это нормально. Просто хочется конструктивного, позитивного и такого делового общения для того, чтобы наш город стал лучше. А мы с вами знаем, что наш город Хабаровск – самый лучший город на земле. Вот так. И на этой позитивной. На позитивной нозе, конечно. Все, заканчиваем нашу беседу. Спасибо большое. Напоминаю, сегодня в гостях у нас была Елена Логошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. А это был проект «Смотри, Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм hv.tv. Исключительно, хотя могу наврать, конечно, но ладно. Хорошие новости мы публикуем там. Наш YouTube-канал тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Ну, а на этом мы, Дмитрий Павленко, Елена Валерьевна Логошина. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого хорошего. До свидания.